Привет, друзья, с вами Тим Тимыч, и это Лесной Дозор. Сегодня мы приехали на поле, дабы поискать монет. Вот. Монеты здесь часто у нас попадаются. Поле очень знатное. Прошлый год мы буквально жили на этом поле. Здесь раньше был рынок, торговали всем чем угодно, то бишь, соответственно, и теряли монетки. Попадаются здесь очень часто серебряные монеты, ну, разного периода в основном тоже. Вот. Все, что найдем, мы вам покажем, не переключаемся, смотрим, поехали. Так, друзья, произвучал у меня сигнал. Вот такой вот хороший сигнал. Так звучит серебро, друзья. Сейчас я вам покажу. Вот. Один зильбергрош. Серебряный сохранчик. Но такой вот портрет там. Интересненький. Здорово, здорово. Сейчас я вам еще покажу монеточку интересную. Вот, друзья, попалась еще вот такая вот монетка. Ну, видите, там еле видно орла этого, еле видно. Вот, а с другой стороны вообще пустышка. Ну и советик. Советик. 3 копейки, 1949 год. Вот. Ходим мы, друзья, сегодня вот по такой вот распашечке. Уже вечереет, конечно, вон, солнышко скоро будет садиться. Ну, как говорится, перед сном оторвать душеньку. Вот. Монетки идут. Так что ищем. Так, друзья, смотрите, у меня у кореша вот такая прокачанная экстера, видите, да? Ну, потом, если что, я сделаю видеообзор, как это все сделать, кому заинтересует данная модель, вернее, данный девайс. Вот, видите, батареек там нет, а батареечки сделаны здесь, совсем под другую. Но это отдельная история, мы вам покажем. Смотрите, все работает. Зацепила вот такую пуговку. Вот, друзья, вот такая пуговичка попалась с короной. Все, душка на месте. Отлично, экстера молодец. Так, друзья, монетный сигнальчик. Сейчас мы ее проверим. Это медная проволока. Ну, такой шмурдяк, это часто встречаемое на полях. Не отчаиваемся, ищем дальше. И вновь, друзья, очередной сигнальчик. Вот, посмотрите, какая монеточка у меня попалась. Ну, нет, 20 копеек, 1948 год. Нифига себе. Ну, сгуд, офигенно. Красненькая какая-то. Вот такая коняшка интересная выскочила. Интересная, интересная. Бронзовая. Как раз комрад-любитель коняшек. Ну, все, что связано тематикой такой с коняшками. Мои поздравления. Лайк. В общем, друзья, смотрите. Был сигнал такой, как алюминиевая пробка обычно попадается. Это самый сильный был сигнал. Ну, я думал, сначала алкашка, уже хотела выкинуть ее, как обычно это делается. Потом что-то тиранул, опа, и посмотрите, какая надпись выскочила. То есть это алкашка, но не наша. Тут что-то Киссинген или Миссинген снизу город. Вервальтунг. Вервальтунг. Вот такая вот пробочка необыкновенная выскочила. Она алюминиевая, друзья. А думал, что наша советская алкашка. Вот так вот, внимательнее будьте, смотрите, просматривайте. Очередная пробка, друзья. Какой-то фогал. Но это, скорее всего, тематика медицина. Какого-нибудь пузыречка маленького. Алюминий, металл-алюминий. Друзья, уже темно, полнолуние сегодня, видите? Полная луна. А мы копаем. На удивление, под луной все еще светло.
копаем. пашут. Да. А мы имеем наглость копать, а там люди пашут. Вон, трактора, видите, стоят трактора, вот. А мы копаем. Так, друзья, закончил я копать. Ну, честно, я на разведку сюда приезжал посмотреть, есть ли монеты, нет монет. Вот. Ну, как оказалось, они все еще здесь. То есть мы их не до конца все выбили. Вот. Ну, душу отвел, как говорится. Приехал сегодня поздно, по делам ездил и решил заскочить, так скажем, чтобы спалось спокойно. Вот часок побегал, ну, монеток надергал. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо. Пока, друзья.